Приветствую вас на канале «Начни вязать». Сегодняшнее видео посвящено полой резинки по кругу. Как связать полую резинку по кругу. Для вязания я буду использовать спицы чулочные. Можно также вязать, соответственно, просто на круговых спицах с леской. Принцип вязания полой резинки по кругу немножко отличается от вязания резинки поворотными рядами, потому что там у нас идет определенная трудность с петлями. Нужно либо переворачивать вязание и вязать в другую сторону, либо использовать второй вариант, который я хочу вам показать. Итак, для того, чтобы связать полую резинку, нам нужно набрать четное количество петель. И набираем мы итальянским способом, для того, чтобы у нас был красивый, закрученный, такой кругленький краешек. Оборачиваем нить вокруг пальцев, делаем первую петлю и затем набираем нужное количество петель нам следующим образом. Сначала спицу заводим под нить от большого пальца и захватываем нить от указательного через верх. А вторая же петля наоборот, мы вводим спицу через низ от указательного, захватываем через верх нить от большого и возвращаем в исходное положение. Давайте я наберу 24 петли и мы распределим их на 4 спицы. Я набрала 24 петли, и мы сделаем 25-ю финальную. Она нам будет нужна для того, чтобы соединить наше вязание в круг, закрепить его. Итак, теперь главное не перекрутить наши все петельки, и мы их распределяем на 4 спицы. Сначала на каждую по 6, и в конце у нас на спице останется 7 петель. Теперь я вернусь к начальному вот здесь ряду. Вот здесь 7 петелек, вот здесь 6. Нам нужно соединить. Мы снимем с левой спицы петлю и протянем ее сквозь петлю на правой спице. Это не очень удобно делать, потому что они пытаются все время убежать, но аккуратно нужно сделать. И возвращаем ее сюда. То есть теперь у нас и на этой спице тоже 6 петель. Все подтягиваем, берем пятую спицу и начинаем вязание. Здесь главное не перекрутить все наши петельки. Итак, я извиняюсь, если будут мелькать вот эти вот спицы, потому что не очень удобно, понимаете, вязать чулочными, но я постараюсь максимально хорошо все показать. Итак, когда мы вяжем с вами полую резинку прямыми рядами, то вот эта петелька, которая у нас открыта в правую сторону, да, она у нас всегда является лицевой, и мы ее провязываем. А вот которая перед ней петелька, она у нас изнаночная, мы ее снимаем. Есть варианты, когда провязывание по кругу начинают с того, что просто сейчас разворачивают вязание и вяжут как бы в другую сторону. Получается, петли лягут так же, лицевая как лицевая будет выглядеть, изнаночная как изнаночная. Мне этот вариант не очень нравится, я предпочитаю продолжить дальше вязание по логичному кругу, и тогда нам нужно петли переставить, перевернуть маленько, распределить по-другому. Итак, та петля, которая у нас была лицевая при обычном вязании, это будет изнаночная. Соответственно, это у нас будет лицевая. И первая петля у нас получается изнаночной. То есть мы ее сейчас не провязываем и снимаем, оставляя рабочую нить перед ней. Перед петлей рабочую нить оставляем и петельку эту снимаем. Возвращаем рабочую нить за работу. Следующая петля у нас вот эта, она будет лицевая. Мы ее провязываем. Следующая петля изнаночная. И так как она у нас уже вот обычного вида, как и все будут здесь петли, она отличается от первой, то мы снимаем их особым образом. То есть не за вот эту стеночку мы снимаем, за переднюю, а которая дальше стеночка. Нитку перевели вперед рабочую и за заднюю стенку сняли изнаночную нитку, вернули назад. Лицевую провязали.
опять нить перед работой, за заднюю стенку снимаем изнаночную, лицевую провязываем, ко второй спице переходим. Здесь у нас тоже первая петля изнаночная, ниточку перекидываю, снимаю изнаночную, ниточку возвращаю за работу, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И последняя лицевая. Так, вторая спица у нас готова. Теперь третья. Тоже у нас первая изнаночная. Снимаем ее. Вторая лицевая. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночная, лицевая. Так, и последняя, четвертая спица, изнаночную провязываем, лицевую снимаем. В общем, получается, ну, по кругу мы делаем вот одно и то же движение, когда у нас изнаночная снимается, лицевая провязывается. Это будет первый ряд. Первый ряд закончен. Дальше ряд второй. Если бы мы вязали сейчас прямыми рядами, мы бы продолжили делать то же самое. Лицевую провязывать, изнаночную снимать. Но по кругу мы делаем теперь наоборот. Мы изнаночную провязываем, лицевую снимаем с нитью за работой. Итак, вот здесь первая петля у нас была изнаночная. Мы снимали ниточку перед ней. Поэтому мы сейчас ее берем и провязываем. Лицевую петлю снимаем, нить за работой, а спицу вводим справа налево и снимаем. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем, лицевую снимаем. И продолжаем вязать так весь наш ряд. Второй ряд закончили. Третий наш ряд. Мы, получается, возвращаемся к первому ряду. Когда мы провязываем лицевые, а изнаночные мы снимаем. Первая у нас здесь изнаночная. Ее сняли. Лицевую провязали. Изнаночную сняли, лицевую провязали. И получается, мы таким образом чередуем два ряда. В одном ряду мы вяжем лицевые и снимаем изнаночные. В другом ряду мы вяжем изнаночные и снимаем лицевые. Таким образом у нас получается формирование полой резинки. Я провяжу большой образец. Мы посмотрим, как развернулись петли в основании. Что они действительно все ровные. И что у нас действительно получается полая резинка. Вот я провязала наш образец высоту. Он у нас, к сожалению, очень маленький. Но уже видно, как выглядит резиночка. Она тянется. И как выглядит у нас краешек. Видите, все петельки у нас встали на место. Они действительно кругленькие, ровненькие. Для того, чтобы вот здесь, может быть, было... Более плотные, более петельки можно сделать на пол размера или на размер взять спицы поменьше и буквально сам набор сделать на спицы поменьше, а затем уже перейти на спицы, которыми обычно вяжете. Давайте я уберу сейчас все спицы, мы посмотрим, как там все выглядит внутри. Вот видите, действительно внутри полая резинка у нас получается. Единственное, у нас вот в месте, где у нас начало ряда, она, конечно же, будет соединяться, потому что у нас идет перехлёст петель в одну в другую сторону, и оно здесь соединено.
Вот это был наш наборный ряд. То есть, да, действительно, здесь можно просто взять спицы чуть поменьше, чтобы не были большие петли в самом начале. Так можно связать полую резинку по кругу. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Делитесь этим видео с друзьями. Ну а мы скоро встретимся в новом уроке. Всем пока!